редакція. Чи не перетвориться Україна на автоцвинтар для стареньких авто з Європи? Це питання дедалі частіше лунає після легалізації євроблях. В середньому в Європі авто використовують 10 років. Після відправляють на утилізацію, за яку власник платить від 50 до 200 євро. Але навіщо витрачатися, якщо навіть можна підзаробити, продавши свій старий автомотлох українцям? Екологи занепокоєні. Нові законопроекти щодо євроблях зняли обмеження на ввіз авто нижче стандарту Євро 5. Для нашего региона, особенно для нашей Одессы, это грозит большими экологическими бедствиями. Я повторяю, что у нас улицы очень узкие, непременно заторы будут, эти так называемые перегазовки и постоянное загрязнение воздуха. Более того, нами установлено, что где-то в пределах 70 метров от площади, от асфальта, в общем-то, слой наблюдается самый загрязненный атмосферного атмосферы. Поэтому я, когда вижу, когда детей выгуливают в этом, скажем, объеме атмосферы, то становится очень дико. Поэтому, еще раз повторяю, это социально незащищенные люди могли бы, наверное, как-то, может, воспользоваться этим. Но, опять-таки, евробляхи, они дорого стоят. Повторяю, что Богу не угоже, то и нам дают. Поэтому, с экологической точки зрения, я против этого. И мне, честно, обидно за украинцев, что мы разменимся вот на такие социальные подачки. Якщо казати про утилізацію цих авто, старих авто, які ввозять, в Україні є якісь підприємства, за вашу інформацію, які займаються утилізацією таких авто? Адже в Європі це коштує там 200-300 євро. Ну, в цьому плані розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Україні зараз? Ну, я точно сказати не можу по цьому поводу, але учитывая те, що технології у нас на високому рівні развиті, тому навіть якщо ми змогли б как-то толику хотя бы литр четверти перерабатывать, то было бы хорошо. Но, повторяю, нет работы технологии переработки этих второсортных, скажем так, изделий. Более того, повторяю, что у нас и сама по себе экологическая ситуация очень неблагополучная. И, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, запретил бы пользоваться завозом этих машин, в общем, поскольку у нас не отработана система мониторинга окружающей среды. Более того, что дело доходит до того, что мы заболеваем от экологических факторов. Редакция.